Всем здорово, и это Слай Хука. Сегодня мы на нашу новую камеру будем снимать влог. И в общем-то сейчас я уже готовлюсь выходить. Я встречу Дениса, и мы пойдем покупать табак и прочие потребности для кальяна. Сегодня наконец-то наш кальян пройдет дезинфекцию щеткой изнутри. И будет доволен, я думаю, это минимум, потому что он давно не мылся изнутри. Сейчас я хочу представить вам нашего партнера Владислава Александровского, который проспонсировал нас на камеру. Сейчас мы снимаем на его камеру. Я хочу сказать, что он большой молодец, и скоро у него будет свой канал, где он будет снимать всякие скейтерские и роллерские штуки. Ну, роллерские это я погорячился, но скейтерские точно. Так, я все взял, думаю, можно ехать. Да, можно ехать. В общем-то, вот кальян, как всегда, в супер оранжевом чемоданчике. Такс. Как надо обуваться, ребята, как надо обуваться. Расшнуровали шнурочек. Обули ложечкой. Чистанули подошву. Расшнуровали шнурочек. Обули башмачек. Вот и все. Иду на маршрутку. А может повезет сюда на трамвай. Вот это будет вообще четко. Надеюсь, повезет. Потому что трамвай это залог успеха. Опа. Здорово, пацаны. Чумазый. Опа, КамАЗ. Я тебя снимаю, сука. Извините, мистер Порфирий, вас не будет подкурить. Иди нахуй. Прошу прощения. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Вот это вот Джек старый, знакомьтесь. Старый Джек, подписчики. Подписчики, старый Джек. Сейчас откроется эта дверь. Сейчас нам долго. Ну давай. Я еще не позвонил. Может, я ему помешал, конечно, но... Все, что мы любим, кекс, компотики и кекс, компотики и кекс. Угадай. Не угадаю. И не угадаешь. О, голуби. Ну, вчера же тебе говорил. После диалога с мамой можно идти дальше. Диалог выглядел так, вы куда? К Марине. А что там, надо съездить? Ага, ну хорошо, а вы куда? А ты 10 гривен брал? Я так и не понял, что за 10 гривен. Ладно. А ты деньги взял? Пишите в комментарии, если поняли, какие 10 гривен. Собираем на лечение нас после того, как мы ходим расстегнутые. Здесь Андры. Здесь подкаты, да? Мыша Андры. Не, я без подката. У меня слишком...
Нет, слишком хип. Да, у меня слишком чувствительные ноги для подкатов. Ты каешься? Я? Да. Да. Да? Я жалел, что тебя не было рядом. Ну, я тоже жалел, что не туришь со мной. Да? Хоть я и звал, как нормально. Но... Ты меня звал? Так я был занят. Ну, знаете. Я стригся. Мистер. Все, заходим? Заходим. Ничего, нет, как всегда. А что, как всегда? Не, серьезно, ты что, не слышишь? Не знаю, что он в натуре работает. Пьем пиво. Во Франсуа такая фигня случилась, да, Дима? Но это мы вам под кальян расскажем. Пиво крепкое. Что ты можешь сказать? Я хочу сказать здравствуйте. Нет, я хочу сказать ничего. Ничего? Я еще сам упаковывал. Ты поломал. Ничего не поломал. Вот, все, выиграл. Нормально, включи. Давай спиздим что-то. Все починили. Смотри. Можно добавить сюда лучше денег. Смотри, тут карты. Нормально вообще. Пропуск. Пропуск Даши. Ладно, все, хватит открыться. В общем, такой агрегат классный. Nation 2. Делаем вставку для блога. Аферисты в сетях, ну ты. Аферисты в кафе. Все, спасибо. Мы еще, может, зайдем вечером. Зайдем же вечером? Так я ж не сам, это Дима, скажи, что мы зайдем. Догнаться не было надо. Все, бай. Точнее, до скорой встречи. Все. Не прощаемся. А то это плохо прощаться, значит, мы не знаем. Братан, а теперь посмотри в телефон и что ты видишь? Ну давай. Ты со мной будешь? Нет. Надо было в сторону взять. Денис, смотришь? Смотришь? Нам не в эту сторону, братан, нам что? Нам в табакерку. Ну. Ну, прямо. Братан, нам туда вообще назад надо. Нам в табакерку, в центр. Мы сейчас выйдем на Короленко. Мы сейчас выйдем на Карла Маркса. Ну? Так нам вниз, братан. Нам на Артема самое выгодно было. Еще возвращаться, мы уже по Карла Маркса по пути вернемся. Ты мне знаешь, что сейчас напомнил? О, братан, оно видно? Да, как ты ешь лимон. Ну что, он вкусный? Да. Хочешь кушать там? Нет, не хочу, не хочу. Вот зря. Дико слишком. Ага, вот. Тапает. Да, такой маленький я могу. Вы помните, я большой сожрал? Не. Ну ладно, давай кушу, заебал. На себя капнул. Шоу. Ну, невкусный. Невкусный? А мне нравится. Смотри. Красава.
Просто я подумал, что ты будешь есть после вкусом лимона, а я нет. Ну что, у меня становится? У меня камера есть. Нар задавил камеру. Что такое? Это жопка была. Бля. Да успокойся ты. Тебе же плохо. Что, лимон нагребал? Не, мне нормально, как после вкусечка осталось. Да, конечно. Уба. О, как работают парковщики. Давай, пошел, блядь, пиздуй. Пиздуй, блядь. Еще было под пару, так под жопку шел. А, так мы судьи рассказали. Короче, зашли во Франсуа, заказали хот-дог с баварской сосиской и чуть-чуть горчицы. Копченый баварский. Копченый, да. Ну, баварская это и есть. Есть молочная, есть баварская, это копченая. Короче, да. Стоим, короче, заказали, потом стоим, ждем. Прошло где-то минутки 3-4, говорят, типа, французская... Французская с молочной? А, французский хот-дог с молочной сосиской готов. Его забрали? Его забрали, да. Причем мы заказывали с собой, а то был, ну, именно не с собой. Мы стоим дальше, ждем. Прошло минут 10. Я подхожу, короче, к той бабе, говорю, типа, мы заказывали в французский этот хот-дог. Ой, французский, нормально. Баварская сосиска хот-дог. Она говорит, 47 гривен. Я такой, что 47 гривен? Ну, 47 гривен давайте. Я говорю, в смысле, я уже заплатил. Она говорит, так вы же забрали уже. Я такой, в смысле забрали, если мы не брали? Говорит, ну, вам баба, ой, девушка ходила туда-сюда с ним. Я такой, не понял. Говорю, нет, ну, типа, мы не забирали. Она говорит, ладно, сейчас сделаем. Тем более, потом такая с собой был. Да, потом мы отошли и слышим, как она говорит, ну, так каждый может подойти и сказать, типа, съел он, и сказать, что, типа, я не забрал. Короче, ты потом на нашем канале. Потом приготовили нам вот эту, блядь, ебаную хот-дог с баварской сосиской. Говорят, все, забирайте. Я говорю, блядь, я же заказывал с собой. На. Пакетик чисто, на. Не, вообще нет. Я сказал, возьмите пакетик. Ну, какая нахуй разница? Самая неадекватная была на кассе. Да. Вы каждый так может сожрать, ну съесть и подойти еще раз. Чё, блядь? Да, сейчас уже попускаю. Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Лесенка кончается, блядь, сейчас я упаду. Секта? Да, вот это сейчас десятину уже готовят. Блядь, я хочу по тебе отдать. Да иди сюда, какую десятину? Которой у меня нет. Все бабки у него, чтобы вы понимали. Потому что я знаю, что Денис легко подается на секту. Поэтому все бабки его у меня. Влог сектант. Влог сектант. В натуре. Вот и название само придумал. Мы название говорим уже во влоге придумывали, да? Да. Какое тебе название? Сектант. Еще сделай, а ну стой, снимай себя. Еще сделай такой. Да, все. Скриншот готов, братан. Так, не, еще вот так, вот так. Все, я тебе говорю. Все, прекрати, блядь. Братан, представь, что у нас есть свои фанаты уже. Ты идешь по улице, с тобой хотят сфоткаться. Твой низкий поклон. Да сам кланяйся. Дорогу братишкам показываем. Вы спасены. Вот water-closet есть. Пивной бутик. Пивной бутик? Да. Там можно пиво обувать? Да. Блять. Выбери... Час пик. О, я любил этот фильм. Раштайм? Да. Какой Раштайм? Раштайм. Раштайм? Час пик? Да. Подлизывать без подлизывания. Нет, не то. Я не знаю.
А, это зеленая черника, типа? Ну, она как-то табаком пахнет. Ага. Вообще прикольно. Вообще, мне кажется, вот оно вот так вот. Да. Ну да, можно взять. Мне кажется, прикольно будет. Братан, я делаю чашу, ты делаешь этот? Колбу. Нет, ты можешь кальян. Ну да, и колбу делаешь. Короче, взяли стартнау, Дима меня уговорил. Да, и все. Правда, долго не пришлось уговаривать. Потому что стартнау не заставляет себя уговаривать. Да. Ну да, на последний день Денис вот рисковать. Чела в жопу уже. Красава, красава, давай, побед. Давай, подпрыгивай. Сниму, и пополз. Пополз. Человеческая многоножка, блядь. Я зубочистка. Мы пришли. Сейчас Денис будет мыть кальян, а я буду делать табак. Саски. Саски. Тебе нравятся саски? Да, у меня вставали на него соски. Итак, инфа. Инфа у Дениса встают соски на саски. Просто можно сломать нашу эту? А у Саски на меня вставали, Саски. Да подожди. Прикольный вкус. А ты взял этот шнур? Шнур, да. Не изби. Не. Так, сейчас будем взламывать гараж. Что? А, какой-то левый движ. Сейчас будем заходить в гараж. Сейчас мистер Поломайкин будет ломать гараж. Можно. Да. Да. А ты нижний открыл, брат? Ты сказал, что ты взял. Необычный вкус получился. Деформировал немножко коллаут на газу, перегрел. Димон пришел, спаситель наш. Он в принципе открыл, но замок примерз. Ты что, закрывать решил? Его бы открыть для начала не помешало. Ну, вот и нашелся худший вкус. Микс. Ну как он не херовый и не хороший. Ну и все, самый херовый из тех, которые мы курили. Ванили надо чуть-чуть было, реально ванили до хера. Вот я думаю, если бы ее было чуть-чуть, было бы класс. Просто ваниль какая-то такая подавляющая. В общем, вот так вот покурили мы почти. Сейчас будем идти и... обрабатывать вид. Вот так вот. Я, блядь, идем трэш снимать. Какой трэш? На гараж. Пошли. Давай залезь, я тебе подам кальян. Отсюда его подам? Ой, сейчас будет весь. А? А потом заберешь кальян. Что? А как я его заберу? О, Даша. Снять, когда я тебе даю его? В смысле, снять, как ты залазишь? Да, только дай, чтобы курточку не вымазал, я ее только постирал. Да ты ее не выможешь, что ты ее выможешь. Действительно.
Если ты замерзнешь нахер. Я тебя заберу тебе. Ну ладно, мы трэш снимаем. Опа, паркурист. Паркурист Вася. Братан, ну что ты не упал? Для трэш? Да. Оп. И все. А вон баба. Смотри, позадри. Помахай. Не хочу. Самогончик, самогон, кто не с нами, выйди вон. Первачок наш, первачок, кто не пьет, тот дурачок.